Добрый день, мы находимся в студии передачи «Дигитарг», и по старой доброй традиции один из осенних выпусков передачи посвящен выходу нового айфона. И на этот раз мы поговорим об 11-м айфоне, о котором нам расскажет Татьяна. Какие новые впечатления от телефона? Ну, наверное, самое первое впечатление – это камеры, потому что теперь у iPhone 11 две камеры, у моделей Pro и Pro Max аж целых три камеры. Одна из них делает фото в обычном, так сказать, телефонном режиме, вторая – широкоугольная, и третья – ультраширокоугольная. То есть ты направляешь камеру на объект и можешь выбрать прямо вот между тремя камерами, какой из них снимать, и получить такую как бы фотографию одного объекта, но в трех разных видах. А есть ли еще какие-то новые функции, которые касаются фотографии? Да, фотографии, в принципе, любители фотографий очень оценят камеру новой линейки от Apple, потому что появилась такая функция, например, как Deep Fusion. Это автоматическое обогащение фотографий, назовем это так, то есть телефон сам решает, где что-то нужно на фото подправить, не добавляя какой-то искусственной обработки, все выглядит очень натурально, но при этом фотография может выглядеть даже красивее и живее, чем на самом деле. Также появилась в камерах Apple такая функция, как возможность снимать при плохом освещении. То есть теперь камера очень хорошо стабилизирует фотографию, и снимая в сумерках, в темноте, фото все равно получится четким и светлым. А если говорить о дизайне телефона, появились ли, может быть, какие-то новые цвета? Но дизайн как таковой, на первый взгляд, не сильно изменился. Но, как я уже сказала, три телефона вышло в этот раз. Это 11 Pro и Pro Max. Они отличаются размером. И интересно то, что у Pro и Pro Max у них задняя стеклянная поверхность, она как бы такая более матовая, то есть теперь не такой блестящий, как зеркало не воспользуешься. Цвета разные у каждой из моделей. И мне, например, очень понравился новый цвет темно-зеленый, очень такой красивенький. В свое время у iPhone 10R была самая мощная батарея. Что теперь насчет батареи? Они так и остались, этот тренд так и остался. То есть батарея в любом случае очень мощная, самая мощная из тех, что были. Если сравнить батарею 11-го iPhone, например, с телефоном iPhone 10S, то в автономном режиме телефон работает на целых 4 часа больше. То есть это разница огромная. А что насчет процессора? Процессор в этот раз не только самый лучший из всех телефонов Apple, но он, в принципе, самый мощный процессор в мире, который когда-либо был в смартфонах. То есть, наверное, так быстро приложения в смартфонах еще никогда не работали, как на этом телефоне. Когда выходит новая модель телефона, обычно все говорят о новых функциях. А на этот раз есть ли функции, которые исчезли из нового телефона? Да, это интересно, потому что в этот раз Apple отказались от некоторых функций. Например, больше нет в телефонах такой функции, как 3D Touch. Но, скажем так, функционал, то есть цели, для которых она была, все равно остался. Просто теперь вместо того, чтобы нажимать посильнее на экран, нужно подержать палец на экране подольше, и тогда приложением можно будет воспользоваться. Татьяна, большое спасибо за столь интересный обзор нового телефона. А новый iPhone 11 доступен в интернет-магазине и представительствах Telia.